выводить въевшиеся пятна с текстильных салфеток – настоящая мука. Каждый раз приходится прибегать к старому бабушкиному методу – кипячению. В этом видео я расскажу вам, как вывести старые пятна с помощью микроволновой печи. Поехали! Чтобы твое полотенце снова приобрело надлежащий вид и было как новенькое, возьми обычное стиральное мыло и полиэтиленовый пакет. Намочи полотенце, тщательно намыль. Потом помести полотенце в пакет, не завязывая его. Положи пакет в микроволновую печь, выставь среднюю мощность и оставь пакет микроволновки на 1,5 минуты. Аккуратно достань полотенце из печи, используй щипцы, чтобы не обжечься. Сполосни полотенце в чистой воде, пятна и неприятный запах исчезли. Как видишь, за решением проблемы далеко ходить не надо. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.